Проект направлен на укрепление семьи, возрождение семейных ценностей и традиций. Проектом предусмотрены очень разнообразные мероприятия. Это и музыкально-творческие встречи, фотовыставки, экскурсии по городу. И, конечно же, образовательные мероприятия для детей и взрослых. Мы уверены, что наш проект объединит воспитанников, родителей и всех нас вокруг семьи, самого дорогого и значимого в жизни каждого человека. Одно из ключевых мероприятий – это День семьи, любви и верности, участниками которого стали воспитанники детского сада и их родители. Особое внимание педагоги уделили многодетным семьям, которых чествовали в этот день. А они, в свою очередь, поделились секретом своего семейного счастья. А в холле детского сада у главного входа оформлена фотовыставка «Отцы – молодцы», которая была приурочена к Международному дню папы. Наши воспитанники, их родители тоже приняли активное участие, принесли фотографии своих замечательных пап и всей семьей. И тоже хотелось выразить им благодарность за их активное участие в этой выставке. И дети, и взрослые, проходя мимо выставки, тепло вспоминают счастливые моменты, проведенные в кругу семьи.